тыкнуть. Клан, я релогаюсь, короче, то у меня что-то забагались фреймы все. Алло. Алло. На связи? На связи. До связи тогда. Давай, удачи. Вот и короче. Че, уже в Ираске, что ли? Да. Лима. Нет, на связи. Хочешь, есть для тебя один слот? Тут лок АФК стоит, да. Захожу. О, все. Есть дота такая игра, зайдешь, заходишь? Когда, после? Пошли после, да, я вас опять хочу на кунке играть. Че, вы доту хотите? Ну, в прошлый раз нормально сыграли. Хули там, блядь, на кунке играть? Ну, давай сыграем. Танкодру тоже. Ну, да, как рак играть на кунке, нахуй. Извинись, у меня 18-0-10 был счет. Я не тебе говорю. Я ладно, я взял 4 рапиры и все. 4 рапиры, что ты несешь, сумасшедший. Ваншоты будут лететь. Просто по четверка сделала игру нормально. Разгангал. Честно. Пока что танкодру, Бокус там, и я будем точить трэш. Поехали. Мастер, у тебя же есть какой-то ДДшник, правильно? Я варом захожу. А, все. Как раз потом ДД слот один. Сколько у нас паладина? Два. Один. Два. Нахуя тогда крест на варе, на ДК крест? Чтобы был. Чтобы не могли помолиться. Так я уже начал на этого паладина молиться. Лу, молить и дрочить — это разные вещи. Да он не дотягивает до того, чтобы дрочить на них. Бокрус, звезду выбирай. Тыкните на шкаф. Паладин с этим, с мангустом, нормально. Слишком близко его держишь, туда его. Он хочет быть сверхловким. Шаман Сенеска, ёбну. Напала есть какая-то норм чарта, кроме мангуста? Я про ретрика. Крит? Почему бы нет? Потому что он критовый. АП дает больше, я уже сколько раз тестил. Ну, может, не все же знают. А, это какой-то рычок 240-й левел. Мерла Е, что-то ник знакомый. Походу, пару раз он не ходил, да? Ага, было. К сожалению. К сожалению. День рождения. Я спрашиваю, ой, тут он всегда отвечает, к сожалению.
Ну что, никакого ни стана, ни сала у вас нет. Как так может быть? Сало дорогое сейчас. Ну, я и вижу. Настолько дорогое, что милики ПКД отлетают просто. Наверное, 100% маны съедает сразу одно сало. Ну, это восполняет, он ходит полон, например. У него как было, так и... Оно ему, видать, ничего не восполняет, раз он его не тыкает. Кто-то у меня трансмох спиздил, да? Ума-тума. Кого? Трансмогрификацию. Все, у меня пиздет. Не пиздею еще, блядь. Его дело нахнул, мне надоел, конечно. Банки валяются. Хочешь сказать, у тебя такой же топор зеленый? Да, есть. На паладине и на варе. Плагиаты, блядь. Сам сплагиатил и пиздит, да. Сейчас бы плагиатить попсовый зеленый сет с топором. Мощно. Сейчас бы вообще такой сет транс. Извините, у тебя закрыто, где нормальный сет. Сейчас бы в рейды с войдом ходить. Согласен, вообще плохая идея. Сейчас опять начнется нахуй. И оно и не заканчивалось. Че танки стоят? Дрочит. Царь мой, я тебе говорю, греха подальше, уебу сразу мут. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. И что, на первом месте шипы в 4-5? Хуи, правда. А чё тебя удивляет? А где он на первом месте? Чё-то. Давай я этого дурака заберу. Ну у него по нанесенке первое место. И я тебе нанесенку линканул вообще. Полная чё-то. А, блять, полная чё-то на трэше, блять, сюда Миша, я блин. Полный отчет на трэше, вторая сова, третий я. В санамутике. У которого я до нихуя нормально не падал. Если что. А? Это третий я на АДК. Ты четвертый. Ребята, вы каждый раз, блядь, заходили нахуй, когда мобов уже убивали. У меня вообще сейчас другая цифра покажется. На первом месте у меня вообще царина. Вторая идет стекольный, нахуй, третий Элрей. Четвертый. Ну, все правильно, так и должно быть. Что там, Лу, где ДПС? Ты же скинул, я третий. Там же, где моя чешка и мой зов. Даже у Войда я третий. Это у вас, нахуй, что-то проблемы с головой. Один и куплю болт. У меня макросы на все скиллы на снятие болта. Вот, выебываюсь, вот, короче, полный отчет. Ну, я третий. 15 тысяч. Да. А, я тебе больше подниму на хучей свя. Спасибо. Да. Да. Танкадру хочешь отставить? А танкадру сейчас танк.
Не знаю, всегда собираю карту защиты 555, не хватает. О, рыба. Цирк приехал. Нет, никто, походу. Сальва по вару. Это я не агро сорвал, да? Или я, блядь? Сука, а чё мне то нихуя не сказал? Ладно, понял. Проебался. Ко мне какой-нибудь рыбин уже был поменять. Ты думаешь, опять им поможет? Ну мне же помогло. Уронили шарпы. Шарпы умер. А он отхиливается с того, что кофе выйдет. Вот для нее не стойки. Стали, побежали. Здесь произошли страшные события. Да.
кулак, там, бля. Ты капа сними. Я поснял. Я сейчас открываю волшебный аддончик и смотрю по бафам нас. Рога яды намазал? Аурей, ты намазал яды? Да, намазал он. Сальву дай. Заставлять мутика мазать яды, блядь, это кощунство. Походу они не знают, что я сальву. А я не знаю, что я рисовал дамаса. А я пришел сюда искренненько мериться, что ты доебал. У него ДДш мод. Горите в огне хозяина. Так и должно Мне код передамажил, охуе. Я бы на твоем месте... Ебать, АДК передамажил код, ты пиздец. Первый раз, что ли? О, аж артефул ебанул, блядь. Топ 5 ДПС на ком? Здесь. Да где такие правила, блядь, у меня? А как ты будешь, сказал. Скажи, Войт блядь, сказал, как ты будешь сказал, замерять? Войт сказал. Слышишь? А Войт как сказал. Ты будешь замерять тьму и свет, скажи? Он говорит на этом боссе. Ну, а как замерять и тьму и свет? А, на этом, ну окей. Заебись. Кулак! Я понятия не имею, все вопросы к Войду. А вы кони нахуй. На меня давать не надо, антифер. Обратите их в пепел.
скамя антифир дай, защита от страха. Напишешь в дискорде, что ролишь на сову. Но ты чешку не будешь ролить, потому что ты не мерил сейчас ДПС. Baby Drew. Курва, Сар меня догоняет. Да у меня ДПС начинается только после 40 секунд боя, не переживай. Чё, стаки стакаешь? Ну да, пока 5 стаков на стакаешь, это вот 40 секунд, примерно 45. Страх, блин. Да, да, он все, в принципе, отдал. Да. Слуги, обратите их в пепел. Пять я коттер дамажу. Назойливая мошкара. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Танк, все. Да, тут. Он тоже не демон. Я Дестер, я ж тебе писал. Не, я могу спекнуться в демона, если надо, но ДПС там, блядь, не будет даже. Ромка демон. Ромка демон, он баффет РТДшник. Я... кулак дождусь сегодня. Кто свет танчит, Войд? Халипал не в дискорде, он не в дискорде. Сейчас, Мэтт, там бафает. Баффит. Краусена нет МП5. Есть теперь МП5. У мастерала нету кулака до сих пор, блядь. Есть кулак, хорош. Все, все бафы есть. Далее, на тебе не будет кулака, потому что тут есть совы и... которые, по-моему, нахуй не садятся, по идее. И Эрдру тоже.
Эрдру точно не садятся, а Солу, ну, как сведет. А заранее есть, а себе дадут. Хилы пускай сосут, дурных. А по диспеллам? А по пачкам кто где, Рэл? Сказали уже первое. Чух, я просто на минуту отходил, а проебал, значит. Первое, второе. Вот диспеллы, скажи. Там так проклятие слэш магия. Сижу, руки вкачаны, правда? А ты чё, спек переделал? Да, первый танчит сейчас босса. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало. Это не я. Я не успел. На второй фазе вроде спалит. Нихуя, сразу салют зашла. Эрдру, отойди дальше. Випка. Бэби Дру вынеси. Чук сдох. А как я сдох, я вообще не пойму. Ты зашел раньше танка. Да я даже не видел этой херни. Танка хил. Далин, вынеси. Да, подходи. Краусен, вынеси метку. Краусен, вынеси метку. Кто, блядь, здесь спалил нахуй? Он под хвост вынес. Киска мяу. Уматурма. Уматурма. Стерегайтесь
Третья фаза. Процента не вижу. Под купол, в конце. Ива, вынеси метку. Метеор, прибегай, метеор, метеор, метеор. Банка прохил. Остерегайтесь теней. Метеор, побежали, метеор. Жира. Метеор. Прибегаем. Ну, блядь, диспел, ну ёбаный бро. Байда прохил. Багажники у меня в хилботе, не вижу. Лаги пошли. Бля. Ну диспел, ёбаный бро. Перебежал, свет, свет, прибегаем. Царь, вынеси. Диспели себя. Что Джерри в свету или он умер? Он в свету убежал. Пять процентов босс. Хуй вам, а не чешка, хуй. Не гони, нормальная чешка, РГДшная. И запы кожаные. Войд, ты ответственный за добычу, Войд. Чук. Спасибо. Чё, Картео выиграл, он из гильдии по ЕБКП. Окчант. У Картео больше, чем у меня, или нет? Всех троллили, пиво домашнее. Тогда сюда. Благодарю. Спасибо всем. Фу, Войд кидал, я кидал пугов. Капец, Войду повезло, всем повезло вообще. Бедный чулан, он там плачет, наверное. А чё это было?
Да, писали. Ну, вообще писали то, что... Мастер, сколько у вас там милик самый большой ДПС? Мастер, общая нанесенка 4 миллиона 38. Так кто пишет? Кто пишет?